Вот уже лето, а ледник все еще, вот снег все еще. Опилки настолько держат хорошо вообще. Идея такая ледника. Можно сделать ледничок. Все лето можно в жару хранить продукты, если по-умному сделать. Я делала небольшой, долго березовый сок хранила. Вообще жара стояла на улице, был прохладный, холодный. Не ледяной был, но я так сделала. Такой примитивный ледничок, а можно это крутой сделать вообще. Опилки вот держат вообще термо. Стойкие такие вот. Интересно, так вообще. Идешь раз такой ледник посреди леса. Храни, закапывай, что хочешь, продуктики.